В школу с ГТО. Соревнования по плаванию для дошколят впервые прошли в Люберцах. Дети подготовительных групп из 6 детских садов выполнили нормативы ГТО первой ступени, а также показали номера акваэробики. Маленьких спортсменов ждали первые медали, которыми их наградил глава округа. Субботний день в саду «Самолетик» оказался богат на события. Перед соревнованиями отмечали Масленицу. Гости, малыши и их родители зарядились доброй энергией и поели блинов. А для детей это стало разминкой перед плаванием. Затем все переместились в бассейн детского сада, где глава округа открыл соревнования. Я, конечно же, очень рад приветствовать в первую очередь ребятишки вас. Вы все спортсмены? Да! Спортсмены. И, конечно, рад здесь видеть ваших родителей. Потому что я думаю, что сегодня родители просто гордятся вами, что вы такие все спортивные. Более 40 маленьких пловцов от 5 до 7 лет из 6 дошкольных учреждений продемонстрировали все свои умения в поведении на воде. Сегодня у нас соревнования прошли в двух номинациях. Это соревнование было по акваэробике и соревнование просто на скорость плавания и на технику. Дети выполнили нормативы первой ступени в рамках проекта «В школу с ГТО. Этап плавания». Всего нормативы «Готов к труду и обороне» сдадут около 4000 дошколят со всего городского округа. Люберцы. Нормативы первой ступени – это чисто проплыть, сделать какие-то элементы, да, это только по плаванию. Дальше они перейдут в спортивный зал и будут выполнять наклоны, приседания, отжимания, то, что положено по нормативам. Все дети, которые принимали участие в этих соревнованиях, они все готовы, они все спортивные, сильные и готовы выполнить, я думаю, все на золото. Маленьких участников и победителей наградили грамотами, медалями и кубками, после чего в саду состоялось открытие музея спорта, где собраны фотографии олимпийских чемпионов, а также награды воспитанников и воспитателей детского сада «Самолетик». Там для детей будут проводить занятия по спортивной истории. Даниил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.